Вот такая футболочка, мой размерчик. Написано Дубай. Сумочка со шляпкой. Вот XL стоит 10 дирхар, это 180 рублей. А вот такие мы взяли, подержи, Ангелин. Мы взяли сыну. Это вот мы взяли у Дианы, молодому человеку. Вот это, посмотрите, какая красивая. Она всего 5 дирхар, это 100% хлопок. Вот это сыну взяли белую. И вот это вот мужу взяли, Сереже. 5 дирхар всего футболки, это 100 рублей. Качество 100% хлопок. А вот это не хлопок 100%. Здесь она тянется, здесь какая-то нитка добавлена. Здесь что-то еще добавлено. Что там? Просто написано Дубай. Что написано? Резиденс произведено в Дубае. А, смотри. Все. Футболочки, в общем, здесь качество неплохое. Так, подушечка. Ангелина все хотела такую подушечку. Сколько такая? А, 10? Не знаю, нет. Но здесь самая дорогая 10. Она меняет цвет. 180 рублей. Нет, хочешь, нет. Мы возьмем такую. Не хочешь? Не хочет. В общем, всякие пижамки, посмотрите здесь. Пижам очень много. Ой, как разлетайкой. Сереж, ну ты какая разлетайка, пижама. Смотри, сюда руку вставляешь. И сюда вставляешь. Геля, смотри. А там еще и панталончики. Зато за 10 дирхам 180 рублей. Спать-то. Красота какая. Ангелиночка, на тебя. А, нет, утонешь. Конечно. Есть вот такие вот ночнушечки красивые. И вот такие есть красивые. Посмотрите комбинации. Вау, какая красота. Чего только нету. Да, есть бюстгальтеры. Тоже по 10 дирхан. 180 рублей. У нас за такую цену, ну, вряд ли вы купите. И, кстати, качество такое-то. Хорошенькая. Что самое интересное, нету внизу это, как у нас любят подушечки еще ложить в это место. Каких только нету размеров. Красота. Так. Такое платьишко. Ну, это как-то не очень, да? Вот дома ходить самое то. Аж 8 XL. Большие даже размеры есть. И всякие топики, маечки. Есть вот такая маечка Дубай. XS размер. Там всякие разные есть. И S, S-ка. Хорошенькие. По 10. Пошли обратно. Ага. Так, а тут что? Вот такие есть футболочки. Тоже по 10. Нет, мы хорошие по 5-то взяли очень. Сережа, здесь все по 10. Мы там очень хорошие выбрали по 5. О, как у Дианы у нас нет, платье не было. Немножечко такое похожее, да? Какие футболочки интересненькие внизу. С приборочкой. Да. В общем, платьев здесь каких только нет. Джемпера, кстати, лонгслив. Ой, такой, о, такая приятная ткань, потрогай. Вообще. Качество, конечно, есть некоторое очень отличное. Посмотри, Сереж, потрогай. Представляешь, какая она ощупь? К телу вообще будет идеально. Есть разные. Джинсики. О, что тут Сережа для меня нашел? Сережа для меня на лето нашел. Да, я такие вещи тоже люблю. По 10 дирхар. Это что там еще? А, так там еще и с платьем. Смотрите, идет накидочка, еще и платье. А платье какое на лямочках? Давай посмотрим. Загни сверху. Сверху. Я имею в виду снизу загни. И мы посмотрим, что там за платье. Вот такой наборчик идет. И вот такая накидочка. Вот это вот 10 дирхар. Есть вот такого еще расцветка. Да, мне вот оранжевый очень понравилось. Но размер только... Так, размер не мой.
Но если посмотреть, размер 48. Есть хорошие вещи, а есть как бы, да, не очень. Ну, я думаю, каждый здесь найдет свое. Тоже платьишко, кстати, оригинальное такое, черненькое. Кто любит черный цвет. О, ты помнишь, на Алиэкспресс такие рубашки были с губками. Яна все у нас хотела. Слушай, можете купить такую рубашку? Нет. Это женская рубашка? Мужское, как мужское? Достегивается. Блин. Вот женская. Так, застежки. Да, есть. Да, жалко. А расцветка как женская, губки. Я бы Диане купила бы такую. Рубашки. Рубашки все по 10 дирхар. Ну да, рубашки нам не надо. Индивидуально. Детские вещи вам покажу, кто интересуется. Ремешки. Это все красиво, бриджики. Но нам бриджики не надо. О, лонгсквит красивый. Это рубашка. Мужская рубашка. Красивая, да, не спорю. Джинсов очень много всяких. Тонюсенько. Ну, цвет серо-зеленый. Как бы не очень. Здесь ходить можно, блин, целый день. Центр очень большой, day-to-day. Так, что там еще есть, Сережа? Все, пойдем. Пойдемте в другой ряд. Тут тоже футболки, посмотри. А что, футболки мы всем купили. Нам только надо что-то Диане. Яночке. Мне вообще вот эти футболки понравились очень. Такое качество классное. Сереж, может, я не такую купим? Правда, она не любит такое. Ну, блин. Не люблю, вот, купили бы, но она такие цвета не любит. Но вот мне вот это очень понравилось. Но размерчик не мой. Это маленькая будет. Здесь XL. Может, найти, поискать. Качество классное. Носочки. Носочки по 5. Сереж, может мне какую-нибудь шлепки купить? Вон, смотри, иди сюда. Сережа, посмотри, какие. Белые? Ну, нет. Ну а что белые? Белый тоже это цвет хороший. Мужские. Это мужские? С чего ты решил? Я это говорю. Ну да, они большие, они это мужские. Но зато они такие большие. Удобные. Ну так что, стою. Я тоже стою, меряю. Дяденька стоит. Мы все тут стоим. Вот, вот такие я бы купила. Смотри, прикольные. Ну, у нас Гели такой эксперт по красиво-некрасивому. Это вообще мужской отдел. Шлепки. Это вообще шлепки. Надо в женский отдел идти. Мама, для тебя. Да, и мы уже были тут. Пойдемте дальше. Тут мы уже были. Мужская обувь. Смотрите. Тапочки. Шлепки. Всякие. Тут только нету. Таких только нет. Полотенчики. Носочки причем делишь, меня тут пугает. Ой, обуви, какой только нет детской. А цена, да, это же вообще 10 дирхам. Да, померяй, Ангелин. У тебя как раз шлепочек нету, провалился. Посмотри, какие. Во-первых, они удобные очень. Сзади на резинке. Очень удобно. Это они тебя не спадут резинка держать. Будет надо только свой подобрать размер. Маленькие? Какой ты размер взяла сзади? Там сзади написано. Здесь 37. Смотри, 36. Вот по мере. Нет, дело все в том, что смотри, на резинке сзади. Нет. Очень удобно сзади на резиночке.
Уже ножка не спадет. Будет держать ножку, это резинка, пяточку. А вот эти вот, смотри. А вот, смотри, 39-й помери вот эти. Вот видишь, эти вот пошире, смотри. Помери вот эти. Там каблучок, каблучок небольшой. Давай я тебя обойду. Не нравится? Удобная? Зато посмотри, ножку поставь. Поменьше немного. Очень красиво. А поменьше не надо. Нет, мам, смотри, какие красивые. Красивенький, да, не спорю. Давай вот такой размер поищем. Или вот. Посмотри, тут есть. Я и взяла 39-й, они нормально, чуть-чуть, может, на сантиметров 5 побольше, но на вырост. Промеж пальцев не надо. У тебя будет натирать сильно. Бери, где вот просто ножку вставлять. Вот такие вот. Да. Вот удобные она мерила. Дети тут что? Так, покажи папе, который ты мерила. Нет, 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 нет. Где мы мерили только что? Вот, Сережа, смотри. Вот. Во-первых, это удобно. Вот такие. Не хочешь? Такие вот? Да помери. Нет, это межпальцы. Геля натирать будешь, будешь плакать потом. Я понимаю, что это недорого, но все равно. Просто так покупать не стоит. А тут все между пальцами. Видишь, все. Вот еще есть такие вот. Не хочешь такие? Они здесь узкие. Вот те широкие были, эти узкие. Смотри, сколько обуви в школу детям. Цены. Где мы взяли это? Подержи, пожалуйста. Ну что, пойдем дальше.